Были времена. Надо будет как-нибудь собраться со школьными друзьями. Выпить по вину. Нахуя? Нервная, потому что устаю. Это не Айкос. Мне Айкос не нравится. Как тебя зовут, клон? Привет. Меня зовут Ксюша. Ну почему Ксюша клоун? Потому что меня Твиттер выставил клоуном. В смысле? Да в прямом там, я уже не раз говорила на этой трансляции, что меня забанили аккаунт в Твиттере, хотя я там ничего не пощу. И, ну, заморозили, короче. И из-за этого мне слетел мой перископ. Мой косарь подписоты просто улетел в жопу. Ну, извини, этот момент я пропустил. Извини, говорю, этот момент я пропустил. А, ну да. Второй привет. Ну, ты там говоришь. Тысяча, это не очень много. Это ты буквально за пару дней можешь, наверное, стать. Это я ничего страшного, как по мне. Да, ну, блин, все равно обидно как бы. Это уже не первый аккаунт, который меня просто вылетает, и я его не могу... Знаешь, в перископе тут банятся 100к людьми. Подписчиков, так что это у тебя вообще цветочки. Не переживай, все хорошо будет.